Такие массовые учения с привлечением большого количества инженерной и пожарной техники в республике проходят ежегодно в первые дни весны. Главная цель маневров – отработать взаимодействие различных служб во время ликвидации чрезвычайных ситуаций, в частности, при угрозе наводнения. Эти учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальному стихийному бедствию. Поэтому к ним были привлечены спасательные военные подразделения, медицинские работники и коммунальные службы. 115 личных составов, 28 единиц техник привлечены. По сценарию сегодня было оказано, эвакуировали население, которое по имитацию населения, которое попадали, им оказывали помощь. Берегоукрепительные работы провели, очистку, ирригацию. И где были повреждены газы и свет, им тоже подключены, работу сделаны. Как говорят специалисты служб экстренного реагирования, такие же учения, проведенные в прошлом году, помогли избежать в городе серьезных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка. Все участники ликвидации потопления работали слаженно. Свои результаты дали совместные тренировки. В прошлом году примерно около 10 выездов было на разные адреса в городе Чимкенте. Мы там откачивали воду с территории, людей вытаскивали из их домов. И их имущество, и там. Я думаю, что эти учения, лучше на учениях это такие вопросы отрабатывать. Мы, чтобы все были и люди готовы, и мы готовы, все знали, как действовать в таких случаях. Местные жители, ставшие невольными участниками учений, проявили живой интерес к работе чрезвычайных служб, вникая во все тонкости ликвидации последствий буйства стихии. Для горожан, проживающих у берегов водоемов, наводнение – актуальная тема. Вот это мероприятие я считаю важным для каждого гражданина Республики Казахстан, так как во многих регионах у нас идет наводнение, всякие чрезвычайные ситуации, пожары. Вот эти мероприятия я считаю нужным для населения, чтобы они всегда в любую минуту были готовы к этим несчастным случаям. Со всеми поставленными задачами подразделения экстренных служб справились в установленный нормативами срок. Теперь отработанные навыки они готовы применить и в случае реального бедствия. Данияр Худайбергенов, Мейрбек Тулебаев, Асылбек Махалбаев, информационная служба телекомпании «Отрар».